Итак, ребятки, всем привет! Новое видео на канале Ателье Прицепов. Прицепчик на двух осях, спаренные колеса, инерционная система наката, переходящая в гидравлику. Близко показывать не буду, вам это не нужно. Обращайтесь к нам, мы вам все сделаем. Сертификация через получение СБКТС. Стоимость такого прицепчика около 500 тысяч рублей. Ступицы и рама газелевская. Подвеска газелевская, амортизаторы, рессоры, стабилизаторы поперечной устойчивости. 900 миллиметров погрузочная высота. Евро фура. 7,5 метров ее длина. 2,280 ширина, 2 метра высота, как говорит этого прицепа. Запаска снизу, рама окрашенная, опорное колесо, механизм тормозоноката Алка на 3,5 тонны. Так вот это все выглядит.